привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.blog.ru и www.makivar.ru. Сейчас я еду на второй день семинара профессора Юрги, 10-го дана Фудокан Карате. Не Фудокан, Шотокан Карате Дон. Вот. Вчера я уже говорил, нормально все прошло, нормально тренировались. Сегодня день обещает быть более плодотворным, потому что профессор вчера уставший с дороги. Вот, сегодня набрался, наверное, сил. И во второй, в мастерской части семинара, наверное, мы сегодня попашем как лось. Назад поеду, запишу еще подкаст один, где отчитаюсь по поводу того, что было. Кстати, во вчерашнем подкасте я забыл отметить, что не только разбирали элементы новые, вернее, новые чтения Гурукаю давали Като Тыни Шидан. Причем такое, оно, наверное, скорее всего, не новое, наверное, очень старое, потому что там много техник, которые в спортивном карате и в современном карате уже не применяются практически. Много очень с открытой рукой работы, причем в таких интересных комбинациях и связках, каких я никаких еще мастеров не видел. Имеется в виду, все приемы понятны, видел я их сотни раз. Имеется в виду такой вот аппликации для данной ката и в таких положениях и комбинаториках. Очень трудно рассказывать об этом, это надо и видеть. В общем, может быть, кто-нибудь на семинаре был, все выложит, потому что на видео были съемки. Вот. А значит, еще часть была затронута большая, тоже в связи с Бункай Катом. Это точечная работа. Ей как раз много времени посвятили. Стиль работа по точкам. Так удивительно получилось, что совсем недавно выложил на сайте Сергея Бутюка ветки работы по точкам. Часть в книге, которую я в свое время с автором написал. И как раз я рассказывал там о точках на передней поверхности головы и шеи. И вот профессор как раз, вот прям молодца зверь бежит, не знаю, синдром пара случаев, как раз показывал точную работу, очень много, на голове и шее. И именно на передней поверхности больше всего. Вот таким вот образом, то есть точную работу затронули. Ну ладно, а о том, что произойдет сегодня, я расскажу уже после того, как буду ехать после семинара. Ну вот, только что закончился второй день семинара. Что касается того, чтобы погонять нас хвост и гриву, это сегодня у сенсея получилось. Дело в том, что сегодня, значит, была как бы, как это сказать-то, открытие как бы всего этого дела торжественное. И была пресса, замгубернатора и все такое прочее. И в итоге что получилось-то? Что нужно было создать динамику такую вот конкретную. И сенсей, конечно, погонял нас круто. Пропотел прям славненько я, нормально подергался. Не, ну, конечно, кто там миндальничал, да, там, и там еле-еле двигался, конечно, там, курили бамбук. Особенно, что касается черных поясов. В самом начале на построение вышли, постояли. Но это не в упор им, конечно, им не так интересно стоять и делать базовую технику, потому что было как бы дофига детей и надо было под общий, как говорится, темп, да, подогнать всех. Вот. А я с моим товарищем от начала до конца профигачили всю тренировку так, как надо, на полной выкладке. Вот. Так что нормально все. Ну, к чести сказать,
Значит, очень сложная ситуация по колее, может кто-то ехал. Честь сказать, значит, черных поясов есть, черные пояса и высокие даны, которые тоже любят попотеть, так как я из Горного Алтайска был Олег, 6-й, по-моему, дан. Все, тоже всю тренировку проработал так, как надо. Вот. Ну, все нормально, короче говоря. Ну, жалко, конечно, что раз открытая была тренировка, то не получилось дать технику, та, которая дается. Обычно мастерская для черных поясов. Вот. То есть тренировка была базовая, общая, все 3 часа. Но зато, как говорится, нормально подвигались. Нет, были тесты. Даже новые тесты я, значит, увидел для себя сегодня, которых я раньше не видел. Профессор любит изобретать что-то новое. Сегодня под пятку подкладывали пояс. Вот. И на технике Диакутски оппонент пытался пояс ноги выдернуть. Вот. Это проверялось просто базовое положение стопы сзади ноги. Ну, характерное для техники карате прежде всего. Вот так вот. Завтра, значит, тренировка в 11 часов, и после нее вечером дан тест. Вот так вот, сегодня все, салют.